Ассаламу алейкум, друзья. Добрый день, доброго времени, доброго всего. Позволил себе поприветствовать на языке геолокационного размещения владельца. Телефон пришел к нам с Грозного. Так, распечатываем, занимаемся. Там интересно, будем делать черный бриллиант. Черный бриллиант. Так, что мы видим? 5С-ка. Экран не родной. Отходит. Шлюшится, что называется. Так, сейчас освежу в памяти, что нужно делать. Прочитаю переписку. Помню, что корпус, а все остальное сейчас прочитаем. Так, давайте стартанем его еще. Болтов нету. Почему? Так, не работает Touch ID. Ну, это бывает. Что называется, кнопка либо минимальная, либо может быть что-то с ней повредилось. Здесь желтое пятно на экране, видимо давление изнутри сильное какое-то. Батарейка подздута, видно. Это обычно на белом фоне различимо. Вот такая полоска тут видна. И вот надавливаю, такой расплыв прямо сильный идет. Так, что еще? Очень плохо слышно, забита решетка. Ну, в общем, нужно разберем при переносе в новый корпус, все приведем в порядочек. Ну да, у динамика нет болта, и он продавлен, пробит. То есть динамик поменяем. Когда он раздавлен, он уже будет дребезжать, либо что-то такое. Батарейка немножко... Ну, не сдутая, но не родная, миненная уже. Такая подуставшая. Кнопка, да, миненная. Кнопка стоит без резинки даже, вот. Здесь видно. У нее такой амортизации нету. Тут поправимся. Так, ладно. Да, еще, скорее всего... Ну да, не работает разъем гарнитуры, 100%. То потому, что эта штука оторвана вообще. По-хорошему поменять ее надо. Наушники-то могут пригодиться владельцу. Так, ладно, занимаемся. Так, еще раз все с владельцем обсудили. В общем, полностью будем приводить в порядок аппарат. Будем ставить оригинальный экран. Батарейку. Разъем зарядки с разъемом гарнитуры идет единым элементом. Мы его тоже поставим. Поменяем. И динамик я вот показал. Там продавленный. Новенький поставим. Так, это все будем делать. Сейчас хочу померить потребление на аппарате, чтобы понимать, там все четко либо нет. Чтобы в дальнейшем у владельца не было никаких проблем в пользовании. Напоминаю, однократное нажатие и в импульсе смотрим. Максимально 80, норма. И необходимо с сим-картой также его загрузить, чтобы посмотреть по потреблению, по радиомодулям, нет ли излишнего. Так, устройство загрузилось. И дождемся, когда он в режим спячки уйдет. Так, ну на устройстве по показаниям с сим-картой все нормально тоже. Так, вот так вот здесь все разложим красивенько. Корпус, экранчик, остальные элементы. Все, приводим устройство в порядок. Так, закончили с корпусом, теперь соберем родной экранчик оригинальный, и все. Динамик вот продавлен, да. Ну да, кнопочка вот так небрежно была поставлена, без резинки. Резинка-то здесь элементарно. Берется новая, и никаких проблем. Так как множественные винтики, болтики отсутствуют, нам понадобится болтушница. Так, друзья, заканчиваем аппарат. Вчера вот не успел закончить с ним работу. Сегодня с утра. Сейчас осталось нам поставить недостающие элементы. Все винты закрутить. Сделать алло-алло, и все готово.
кстати, аппарат пролежал ночь, и на нем, я не знаю, не обратил внимания, сколько было вчера, ну, не разрядилось вообще практически ничего. Так, там пластины не хватает, вот такой. Потом не хватает вот такой. И винтов. Да, и нижний, конечно же, черный. Здесь можно сейчас характерно посмотреть. На белом фоне это такой желтоватый свет включился. Это как когда сброшено дата и время. Он думает, что как бы утро там или что там, или ночь. И этот night shift включен. То есть это такой желтый оттенок. Теплый, теплый белый. Это для, ну, типа ночной режим автоматически включен. Сейчас, возможно, когда появится сеть и настроится дата и время, он может там откорректировать. Ну все, окей, это. Так, давайте пока не закрывая контрольно сделаем звоночек на него. Алло, алло. Рабочий разряжен. Старенькое все владельцу приберем. Отдадим, будет у него запасной вариант. Полноценный телефон получился. Нормально. Пришел один, уходит два. Так, итак, набираем на наш. Что-то нижний дребезжит на самом деле. Надо тоже поменять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, да. Да-да-да. Давайте нижний тоже заменим. Что-то он дребезжит вообще по-страшному. Я вот покажу вам, да, вот. На самом деле, вот такие вещи вот копеечные, как динамик, там вот верхний, нижний, я владельцу поставил, поменял. Это в стоимость даже добавлять не будем. У нас вот здесь, вот, честно говоря, тут, ну, просто пачками вообще. Это накопилось за все время использования, эксплуатации аппарата, там, с разбора, с деталей там разных, там. Мы часто аппараты покупаем на запчасти, на детали. Это просто все копится, оно очень по стоимости и со временем становится недорогое, копеечное. Нам поменять это никакого труда не составит, а владельцу будет приятно и вообще правильно. Мы отдаем, стараемся отдать аппарат, чтобы уже у владельца не было никакого вопроса по дальнейшей эксплуатации. Ставим динамичек. Динамичек поставил, давайте проверим еще раз. О, другое дело. Вот это четко. Вот это четко. Так, все окей. Все окей. Так, нашу семечку убираем. Выключаем. Выключаем и финально собираем. Так, ну и традиционно, что? Подарочки. Так, сделаем владельцу чехольчик классный, фирмовый. И стекло защитное поклеим. У него на старом стекло было, то есть нормально, сделаем хорошо. По чехлу черный, классический. И стекло хорошее. Блин, стекло с браком оказалось, ё-моё. А так легло классно. Легло, как там и было. Класс. Ну все, все готово. Можно отправлять. О, как получилось. Черненький, беленький. Класс. Круто вообще. Это реально новая жизнь телефона. Все, владельцу отправляем. Я напомню, телефон из Грозного. Привет всем, отправляем.